Когда я успел так растолстеть? Ой, точно, я же ведущий шоу «Усатый ананас». Нет, я лоза. Наливаю пиво. Нет, не то. Вспомнил! Ну и дела. Что я натворил? Эй, усатый ананас, ты здесь? Мне жаль, что так вышло. Я не хотел, я не знал, каюсь. Я не умею анализировать мозги. Я хотел пошутить. Но ты же любишь шутки. Так, ну и вот. И ты меня слушаешь вообще? Ау! Ау! Усатый ананас! Уа! Засыхаю. Вот бы сейчас хотя бы одним корешком впитать немного водички. Получилось! Я опустил корни! Охуеть. Сейчас мы с тобой вдоволь напьемся. Я горю! Уа, горю! Потушите меня! За что? Ноги! У меня есть ноги! Я могу ходить! А не тупо телепортироваться вне кадра, как это было раньше. Это когда видео вышло вообще? Память! Моя память! О, хвала интернету, ты наконец-то ожил! Я интернет? Было бы славно, но нет, ты не интернет. Так, тогда кто я такой? Ой, у тебя, похоже, небольшие проблемы с памятью. У меня проблема? Вообще ничего не помню. Даже имени своего? Да. Хе-хе, тебя зовут... Огурец. Нет, дай мне секунду. Жалко, не отвечает. Жалко. Ладно, жаль. Драма. У меня большой член, практически маленький член. Без драма, понимаешь? Назаре? Я знаю Назарея. Драма. Ага. Тебя зовут... Как? Чили Боб. Меня правда так зовут, или ты смеешься надо мной? Если только немного. На самом деле твое имя Усатый Ананас. Но разве я похож на ананас? Сейчас нет, но раньше ты, кстати, тоже не был на него похож. Вспомнил! Мой отец говорил мне... Сын! Мой, тыква! Нельзя шутить над всеми подряд! Бесплатно! Ты должен брать за это деньги! Я тыква! Правда? Но почему тогда ты представлялся всем? Блять, я не знаю, ну типа... У меня есть несколько вариантов. Несколько вариантов развития событий. Во-первых, ну, баф крутой. У него крутые видео были, когда я их смотрел. Все, каждое видео смотрел. Но вот, ну сейчас, как, ну просто странно. То есть раньше было странно и охуенно, сейчас просто странно. Типа, я не выкупаю. Я бы лучше бы посмотрел еще Бигу Егорова. Но это как-то, я же ему хотел, ну у меня есть несколько вариантов развития событий. Либо
Значит, он меня обогнал в употреблении всякого дерьма. Вот, как будто мы раньше с ним были наравне, вот, и я выкупал, а сейчас он меня обогнал. Вот. Либо... Ну, либо это майндшилд на него, блядь, как-то влияет. Всегда усатым... Когда он на СП играл, все было нормально. Ананасом. Может быть, это мой псевдоним? Возможно. Возможно. А как зовут тебя? Меня зовут... Только не пытайся шутить. Да я и не собирался. Вообще у меня нет имени, но друзья называют меня AT, сокращенно AID. Ух ты. И я тоже твой друг? Ну, можно сказать, ты теперь самый близкий мой друг. То есть раньше мы не были... Так... Может, я что-то пропустил? Может, я что-то не шарю? А это... Кими. Я тебе потом расскажу. Сейчас есть дела поважнее. Нам нужно выбраться с этого острова. Но зачем? Здесь, по-моему, неплохо. Тут не ловит интернет. Интернет это что, напомни? Это целый мир. Поподробнее. Подождите, мне надо... Я борюсь. Нет, я не хочу скипать. Я хочу понять, что случилось с Бавом. Можно? Я расскажу тебе по дороге, ладно? Я не могу пошевелить ногами. Может, я сумею? Вряд ли у тебя получится. Смотри, получается. Погоди, не ходи. Дай я еще раз попробую. Ну ты давай, не расстраивайся. Иди уже к лодке. Вон она стоит. Земля! Мы приплыли! Обратно. Ты ведь плыл прямо. О, да, кстати, АФК СП-5. Блядь! Сука, и нахуя я стоял все это время, блядь? Пожалуйста, пусть сохранились. Что нахуй? Что за? Я, видимо, тупой. Это бан Ака, бля. Сука, Ак забанили. А, нет, видимо, Minecraft Launcher что-то обновляется. Как мы опять оказались на этом дурацком острове? Мы, кажется, попали в прошлое. О, ну попали в прошлое, это уже что-то из ряда фантастики. Мы наверняка просто очутились в другой вселенной. Приглядись, они только похожи на нас, но это не мы. Ты прав. Да, это не тот остров, на котором мы были. Тут есть двери и курица. Пойдем за курицей. Ты что, не только потерял память, но и рассудок? Очевидно же, что эта курица хочет заманить нас в ловушку. Зачем ей это? Я нихуя не понимаю, реально. Там люди сейчас появятся. Чтобы съесть наши семечки. Точно. Я и не подумал. Зато я подумал. В какую тогда дверь пойдем? Давай вон в ту. Она выглядит солидно. Я был в этой студии. Вот это я понимаю. Так, и что дальше? О, какой вы странный. Это он про нас? Почудится же такое. О, вы все еще здесь. Вам нужна помощь? А? Вы говорите? Вы что, настоящий? Ну, конечно. Блядь, но сны там было... Там было нихуя непонятно, но очень интересно и прикольно. Тут, ну, я просто нихуя не понимаю. Настоящие. Показалось. Вам не показалось. О, да. Тогда добро пожаловать в наш отель. Я так рад, что вы здесь. Желаете снять номер? Может, чай, кофе, шахматы? Может быть, в другой раз?
А ну что же вы молчите? Он тебя, похоже, не слышит. Я вас слышу. Меня слышишь? Вы его слышите? Кого его? Ай, неважно. Так, я теперь не важен? Что? Нет, я не то имел в виду. А что тогда? Вы, видимо, очень устали. Предлагаю вам отдохнуть в одном из наших лучших номеров. И так как вы первый наш гость за 22 года, для вас все будет абсолютно бесплатно. Звучит здорово. Я согласен, нам не помешал бы отдых. Да, Эйд? Когда это тебе стало важно, мое мнение? Прекрати. Я, ну, блядь, я бы хотел бы всей душой и сказать, что мне понравилось, но я просто нихуя не понял. Реально, мне как-то просто непонятно. Хуй пойми. Вообще хуй пойми. Ты не должен понимать все, что происходит, в этом-то и прикол. Так раньше, когда я смотрел Бавову, ну, это было хайпово, круто. Там не обязательно было понимать как раз-таки, но было интересно. Здесь просто говорящий блок ходит и что-то пиздит. И все, блядь. Ну вот сейчас, подождите, я просто на рандом выбрал одно из старых видосов. Один из старых. Ну, сейчас он загрузится. Ну вот, сейчас. Вот, блядь, сейчас он загрузится. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня называют неизвестным художником. И сегодня вы увидите, как создается мой очередной шедевр. Я нарисую вон ту дыру. Она так живописно смотрится в этой... Тут хотя бы хоть что-то понятно. Все равно, ну, теоретически хуета. Но хотя бы хоть что-то понятно. Не, ну тут-то реально, тут хотя бы хоть какие-то я эмоции испытываю, когда смотрю. И выглядит охуенно, какой-то, ну, монтаж присутствует, да? А там просто, блядь, ананас? Ананас куда-то ходит, что-то... Блядь, я реально, ну, я бы ему позвонил бы, я бы даже был, ну, мне настолько интересно, что случилось... И насколько он прогрессировал,